Привет, дорогие любители техники, электроники и современных гаджетов. Вы снова на канале Техноарена. В этот раз я подготовил для вас топ лучших беспроводных наушников. А если вам станет интересно, как и где купить приглянувшиеся наушники, то в описании к этому ролику я размещу ссылки на все модели из выпуска. Начинаем! Apple AirPods Pro MagSafe – компактные и удобные наушники от Apple. В комплекте поставляется три пары мягких вкладышей особой конической формы, которая позволяет лучше адаптироваться к уху человека. В устройстве реализована система активного шумоподавления. Она умеет анализировать звуки и применять соответствующую тактику для приглушения шума извне, чтобы сделать основные ритмы более чистыми. В любой момент шумоподавление можно отключить и включить реальный мир, не вынимая устройства из ушей. Интересно, что в качестве основного источника производительности используется чип H1, миниатюрный процессор, позволяющий просчитывать и воспроизведение, и вспомогательный функционал. Наушники надежно защищены от пота и дождя, поэтому использовать их можно практически где угодно. В общем, отличная премиальная модель на все случаи жизни. А если вы хотите всегда первыми узнавать о новинках техники и электроники, то рекомендую прямо сейчас подписаться на наш канал Техноарена, если вы этого еще не сделали. А после подписки не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Honor Earbuds 2 Lite при не самой высокой стоимости могут конкурировать с предыдущей моделью. Технически они такие же внутриканальные динамические TWS наушники. Интересно, что на каждом наушнике есть по два микрофона. Это помогает им лучше улавливать голос пользователя. А вот система шумоподавления использует алгоритмы искусственного интеллекта для эффективного поглощения лишних шумов. Так же, как и в аналоге от Apple, здесь реализован механизм звуковой прозрачности. То есть наушники можно переключить с внутренних звуков на наружные. Каждый наушник оснащен емким аккумулятором, что позволяет им работать до 10 часов без перерыва. Компактность и продуманный дизайн позволяют наушникам комфортно размещаться в ушах, подстраиваясь под анатомию уха. Этому также способствует наличие трех сменных силиконовых насадок разных размеров. Относительно недорогая и функциональная модель. А если вам понравятся какие-то наушники из нашего обзора, то в описании к видео я оставлю ссылки на каждую модель с ценами и информацией. JBL Wave 200 TWS обладают одним из самых больших показателей веса одного наушника среди всех моделей в обзоре – 8,7 грамма. При этом модель позиционируется как спортивная, обладает эргономичным дизайном, что позволяет практически не ощущать их в ухе. В наушнике встроена система ответа на звонки буквально одним касанием. Также можно разговаривать и с голосовым помощником присоединенного устройства. Работать устройство может в непогоду, дождь или ветер без потери качества и надежности. Да и вообще компактность и практичность этих наушников позволяет использовать их практически где угодно. Стоит отметить наличие 8-миллиметровой мембраны, способной выдавать глубокие и четкие басы. А сейчас тот самый момент, когда можно поставить лайк этому видео или написать интересный и увлекательный комментарий. Это помогает нам развиваться и становиться лучше. Apple AirPods Pro, по сути, представляют собой модель, о которой мы уже говорили. Только здесь нет специального кейса MagSafe. Поэтому и их применение может немного отличаться. Технически каждый наушник способен работать около 4,5 часов без перерыва. И даже при постоянном ношении не должны вызывать чувство дискомфорта. Этому способствует отлично продуманная конструкция, удобно лежащая в раковине. Но и малый вес 5,4 грамма делает их почти неосязаемыми. Для разных форм ушных раковин в комплекте предусмотрены три разных силиконовых насадки. Для того, чтобы звуки музыки не терялись на фоне внешних шумов, работает система активного интеллектуального шумоподавления. В общем, надежная и практичная модель.
Marshall Major 4 – это первые накладные наушники в нашем обзоре. Технически они частично вобрали в себя некую часть полезных свойств беспроводных наушников и совместили их с мощностью накладных. Накладной тип позволяет разместить внутри устройства достаточно компонентов для создания идеального звука с чистыми и глубокими басами. При этом в наушниках размещен микрофон и регулировка громкости. То есть использовать их можно по аналогии с внутриканальными в качестве средства для приема и осуществления звонков. Работать модель способна до 80 часов без подзарядки, а восполнение заряда доступно беспроводным путем. Устройство порадует любителей качественного и насыщенного звука в любом месте, где бы пользователь не находился. Huawei FreeBuds 4i – еще один отличный представитель беспроводных наушников с демократичной ценой. Конструкция внутриканальная, внутри установлена система активного шумоподавления, которая эффективно гасит внешние и посторонние звуки, не мешая прослушиванию музыки. Батареи в наушниках установлены довольно выносливые, они способны проработать без зарядки около 10 часов. Интеллектуальная система шумоподавления анализирует звуки и самостоятельно устраняет лишние шумы во время разговора. Также этому способствует и установка двух микрофонов на каждом наушнике. Модель будет актуальна как для простого прослушивания музыки, так и для подключения к смартфону во время игры. Звуки будут работать без лагов и лишнего пинга. Отличная практичная модель с перспективными показателями. Samsung Galaxy Buds Pro – реализация беспроводных наушников от Samsung. Естественно, корейские инженеры вложили в модель максимум инновационных технологий, в том числе и в систему активного шумоподавления. С помощью искусственного интеллекта она анализирует весь звук и подавляет посторонние шумы. Пользователь тоже может вмешиваться в этот процесс и устанавливать примерный уровень поглощения шума. Например, установить поглощение шумов в громких общественных местах или убрать его в тихих. Так как ушные раковины у всех разные, то в комплекте есть несколько размеров ушных вкладышей. Также в наушниках реализован механизм отслеживания направления звука и адаптации его при движениях головы. Кроме того, наушники умеют автоматически определять, использование какого устройства сейчас актуально. Например, при просмотре медиаконтента на планшете они переключаются на смартфон, если тот начнет звонить. Это довольно удобный функционал. В общем, функциональные и относительно недорогие наушники от известного бренда. JBL Tune 230NC – универсальные наушники от одного из лидеров производителей акустики. Подойдут для использования в самых разных средах – спорт, дом, активный отдых, прогулка или дорога на работу. За частоту басов отвечают излучатели размером 6 мм, а за частоту звука в целом – система активного шумоподавления. Ее дополняют два микрофона на каждом динамике, чтобы эффективно улавливать голос пользователя. Шумоподавление в этих наушниках можно регулировать, если, например, необходимо слушать и внутренние звуки, и внешние. Работать устройства могут в течение 10 часов без зарядки, недорогая и качественная модель для всех. Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – версия беспроводных наушников от Xiaomi, которая является одной из самых легких в нашем обзоре. Вес одного наушника составляет всего 4,9 грамма. Для настройки активного шумоподавления есть три разных режима. Кроме того, система может анализировать шумы и действовать по своему усмотрению. А если шумы наоборот нужно слушать, например, в целях безопасности, то можно переключиться и в этот режим. Системе помогают целых три микрофона на каждом наушнике. Чистый и глубокий звук издает композитный драйвер диаметром 9 мм. В общем, у Xiaomi получился достойный конкурент даже для топовых моделей. Huawei FreeBuds Pro – еще один представитель беспроводных наушников от Huawei. Только эта модель существенно функциональнее и перспективнее. Соответственно, цена тоже немного выше. На каждом из наушников размещены по три микрофона. Они гарантируют чистоту и отсеивание ненужных шумов, чтобы вобрать в себя только голос пользователя. Также за шумоподавление отвечает интеллектуальная система, которая сама определяет, где и как нужно поглощать ненужные звуки. Наушники могут быть
быть соединены с двумя устройствами одновременно, а при необходимости оперативно переключиться с одного на другое. Система управления обладает весьма разнообразной техникой переключения режимов и функционала. Работать наушники могут в автономном режиме до 7 часов. В общем, интересная и функциональная модель. А на этом у меня все. Если вы нашли наушники, которые давно искали, то в описании к видео есть все необходимые ссылки с ценами и информацией. Также рекомендую подписаться на наш канал Техноарена, с нами всегда интересно. А после подписки не забудьте нажать на колокольчик, так вы гарантированно не пропустите новые выпуски. На прощание поставьте лайк ролику и поделитесь своими мыслями в комментариях. До свидания, увидимся в следующем выпуске.